Работа на пределе сил и с постоянной самоотдачей, умение заинтересовать и объяснить. Профессия учителя – одна из самых сложных и значимых. В зале Дворца культуры «Родина» люди, которые преподают несколько десятков лет. Я попала в детский сад, начала, наверное, работать я с 13 лет. Я прошла весь путь. Я работала и ночной няней, и воспитателем работала, и ночным сторожем работала. Я все, что можно, я все перепробовала. У меня больше, скажем так, даже династия. У меня сестра заведующая, мама у меня работала медицинским работником. В преддверии профессионального праздника руководство округа поздравило представителей благородной профессии. Учителям и воспитателям вручили почетные грамоты от Министерства образования Московской области и главы округа. Получила благодарность Ирина Шитикова. Она преподает английский язык уже почти 20 лет. Самое сложное, наверное, не погрязнуть в рутине. Самое сложное – это постоянно оставаться интересным для детей. Дети совершенно разные, у всех разные интересы. И нужно уметь всем не только нравиться, но и интересно преподнести материал, чтобы дети твой предмет любили и уважали. Глава округа Дмитрий Волошин поздравил с Днем Учителя, подчеркнув важность этой профессии. Всегда, когда мы с кем-то из коллег обсуждаем профессию учителя, я всегда говорю эти слова, и мы об этом говорим очень часто, насколько это сложная работа, и я бы точно не смог работать учителем, потому что нужны стальные нервы. Вы те люди, которые сегодня закладывают тот фундамент, на котором мы потом все будем жить, и в том числе наши дети. Кем станут воспитанники в будущем, всегда загадка. Но вот золотые медали и стабальные результаты ЕГЭ вполне осязаемы. Показатели образования в Химках бьют рекорды всего Подмосковья. И это в первую очередь заслуга учителей.